Я подхожу к детской площадке. Сейчас будем ее рассматривать. Я специально выбрала такое время, когда детки в школах, в садиках, и никого нет. И можно рассмотреть. Это город Краков. Так, что мы здесь видим сразу? Лавочки стоят. Видим, качелька есть. Сейчас подойдем к ней, посмотрим. О, качается, порядок, не скрипит. Здесь вообще всегда очень много деток. Оп, так, через забор перелезли. Так, смотрим, какие горочки разные. Сейчас пойдем второй раз смотрим. Ой, вторая такая интересная. В моем детстве, конечно, таких не было. Такая карандаш или ракета, не знаю что. Там ступенечки внутри. Так, маленькая крутилочка. Оп, крутится. Класс, хорошо работает. Дальше такие переходики. Так, можем посмотреть ступенечки какие. Так. О. Скульптура. Так, это, видимо, какая-то сцена. Дальше идем. Такая качелька. О, классная. Тарзанка, по-моему, называется. Если ошибаюсь, подскажите мне в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада вас видеть на своих обзорах. Еще скульптура. Сейчас скульптуру рассмотрим. Фу, какой интересный челдобун. Так, здесь песочница. О, песочница прямо укомплектована игрушечками. Если кто забыл с собой взять. Заграждена, чтобы детки не разбежались. Здесь такой замочек. Открывается, закрывается. Идем дальше. Паровозик. О, такой паровозик. Так. Есть, посмотрели. О, штурвал. Сейчас к нему доберемся. Я еще думала, что это за такая конструкция с одной стороны. Так, с другой стороны штурвал. Он крутится. Здесь есть что-то. Посмотреть, наверное, туда можно. Там видно карту. Не знаю, в камеру не видно, но я только что посмотрела, и там есть какая-то секретная карта для детей. Так, еще лошадка. Сейчас мы ее вот так покажем. Снова лошадка. Так, и тут такие. Все, оно как-то двигается. Надо разобраться, как оно двигается. Думаю, у детей это лучше получится, чем у меня. Так, что мы тут еще видим? Что-то, честно говоря, не знаю, какой-то тренажер, что ли, детский.
Вообще не понимаю, что это. Опять же, надо сюда детей, для того, чтобы они разбирались. Так, вот такая штука. Оп, оп. Не знаю. Так, еще идем. Сейчас пойдем качельки посмотрим. Видите, площадка такая немаленькая. Оп, качельки. Дальше. Еще такая конструкция, лазилка для более маленьких деток. Сейчас чуть дальше отойду, чтобы видно было. Да, это для маленьких деточек. Ой, такая горка. Смотрите, можно вдвоем и втроем прям с нее съезжать. Интересно. Так, еще качалочка. Ну, немножко качается. Так, здесь такие лабиринтики, переходики. Вот тут что-то под курочкой. Видите, сеточка там такая. Это курочка, видимо. Еще качелька. О, наверное, она примерзла. Не получилось у меня ее раскачать. Так. Так. Рассмотрели. Пенючки для прыгания. Так, и дальше мы видим еще. Сейчас я обойду, покажу. Там есть ступенечки. Так, тут еще вот я крутилочку ж пропустила. Крутилочка. О, работает крутилочка. Класс. Мусорнички, конечно же, стоят на площадочке. Так, и проходим здесь. Видим такое поле для отдыха, для релакса, для пикника. Да, вдалеке видим такие, как кресла. Столики с лавочками. То есть, я так думаю, можно устроить здесь какой-то пикник. И огромное-огромное поле. Нужно играть в футбол. Парк, видим, большой. Сейчас. Так. А дальше он еще вверх поднимается туда. Можно еще вверх пойти посмотреть, что там. Ну, пока вот обзор площадочки мы с вами сделали. Смотрите, скворечник, домик. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада вас видеть, рада буду вашим лайкам, конечно же, комментариям. Обсуждайте, спрашивайте. Отвечу на ваши вопросы. До встречи!